Сквер в военном городке на улице Федосеенко был благоустроен в этом году по программе формирования городской среды. Здесь также оборудован спортивный уголок, велодорожка и детская площадка. Очень рады, что сделали. Очень рады, что очень красиво, хорошо благоустроено. Все желания, пожелания, все, что жители поселка хотели, они получили. Я живу здесь уже 78-го, наверное, года. И первый раз у нас сделали такое благоустройство. Хорошо, сейчас дорожки везде проложены там, где люди ходили. И, в общем-то, детские площадки, вот спортивная площадка. Дети все время занимаются футболом, играют. По программе ФКГС полностью поменяли все покрытие, дорожки. Сделали велодорожку. Также заменили ограждение у спортивной площадки, которая ранее была у нас сделана. Поставили детскую площадку, потом дополнительные еще элементы поставили для детей другого возраста. Поэтому сейчас мы можем, дети могут гулять разных возрастов, как от самых маленьких, так и уже до подростков. Также мы установили два теннисных стола, вот с другой стороны мы посмотрим, два теннисных стола и такие ярусные лестницы для того, чтобы там собиралась молодежь, поскольку на обсуждениях как раз этого проекта молодежь очень просила своего какого-то уединенного, обособленного местечка.